Здравствуйте, меня зовут Шарыпина Ольга Васильевна. Я учитель физики средней общеобразовательной школы номер 137 Калининского района. Особое место среди разнообразных технических средств и технологий занимают интерактивные технологии МИМИО. Интерактивное мультимедийное оборудование – это устройство, обеспечивающее возможность произвольного управления информацией всех типов в режиме диалога. Этот прием можно с успехом использовать в игровых моментах на уроках. Программа МИМИО включает в себя все инструменты, необходимые для подготовки образовательных материалов, которые можно постоянно обновлять и которые оживляют урок, делая их интерактивными. Инструмент «Выбор» служит для выделения, перемещения в пространстве интерактивной доски, изменения некоторых свойств объектов. Этот инструмент позволяет реализовать наиболее популярный прием работы на интерактивной доске – метод перемещения объектов. Современный школьник должен за короткий промежуток времени воспринять, преобразовать и использовать на практике огромный объем информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ученик активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценивать. Инструмент «Шторка» предназначен для поэтапного открытия материала, расположенного на странице, или для скрытия какой-либо его части. Интерактивные технологии МИМИО имеют следующие наиболее распространенные инструменты. Например, перо. Инструмент перо позволяет пользователю наносить любые аннотации на странице при работе с оригинальными программами. Этим инструментом могут быть созданы линии, стрелки, рукописные и текстовые объекты. Программа МИМИО включает в себя все инструменты, необходимые для подготовки образовательных материалов, которые можно постоянно обновлять и которые оживляют урок, делая их интерактивными. Использование интерактивной технологии МИМИО – это не только возможность увлечь школьников интересным материалом, но и самому учителю по-новому взглянуть на свой предмет –